Что ж, основной философский аргумент, который повторяется вновь и вновь, состоит в том, что здравый смысл говорит каждому, и для этого не обязательно обращаться к Писанию, даже здравый смысл и наблюдение за тем, как поступаете вы и поступают другие люди в этом мире, все это говорит о том, что люди свободны. И здравый смысл также говорит о том, что свободная воля не согласуется с детерминизмом. И основной аргумент строится таким образом, что это не то, что люди имеют в виду, говоря о свободе. Детерминизм исключает свободу. Он превращает людей в роботов. Это в худшем случае, а в лучшем люди делают то, что не хотят, против своей воли поступают. Они действуют по принуждению. И единственный путь к тому, чтобы люди были свободны, в том, что их поступки не обусловлены внешними факторами. И один из ключевых моментов в этом понимании свободной воли состоит в том, что вы не можете быть подлинно свободны, если только не способны поступить иначе, выбрать другую альтернативу. Причем поступить иначе вам должно быть так же легко, как и сделать то, что вы сделали. Скажем, если в точке X в вашей жизни вам предстоит сделать некое решение, и есть три варианта, как вы можете поступить. И даже, скажем, если вы выберете вариант 2, то с такой же легкостью вы могли бы выбрать и вариант 1, а не вариант 2. Или выбрать вариант 3, а не вариант 2 или 1. Если выбрать другой вариант, не 2, оказывается сложней, то вы в действительности не свободны. И мне нужно объяснить, что имеется в виду «не так легко». Если существуют какие-либо внешние факторы, которые склоняют вас к выбору варианта 2, причем склоняют вас достаточно сильно, причем настолько сильно, что в итоге вы выбираете вариант 2. Что ж, тогда, даже если и есть какие-либо факторы внешние, которые склоняют вас к выбору вариантов 1 или 3, то эти факторы не такие сильные, не так склоняют вас, как факторы, которые склоняют к варианту 2. И в результате, можно сказать о том, что это не пример того, как, выбирая вариант 2, при этом вы могли бы поступить иначе. Говорить о том, что вы могли бы поступить иначе, можно только в том случае, если все варианты выбора равнозначно, одинаково обусловлены. И также давайте вспомним, что сторонники либертарной свободной воли не говорят о том, что совсем нет никаких внешних факторов, которые склоняют волю человека к принятию какого-либо решения. Они говорят о том, что никакие из этих факторов, никакие внешние влияния не являются достаточно сильными ни по отдельности, ни в совокупности, чтобы гарантировать, что человек выберет именно тот вариант, к которому склоняют эти внешние факторы. Поэтому люди делают то или иное из-за каких-то причин, просто эти причины не являются определяющими. Они не гарантируют, что будет выбран именно этот вариант развития событий. Существуют и другие причины, и человек всегда может поступить иначе. Воля человека всегда сталкивается с влиянием каких-либо внешних факторов, внешних причин, какого-либо влияния извне, как бы вы это ни называли.
И если воля человека идет на поводу этих внешних влияний в ту или иную сторону, то это уже признак детерминизма. Но как же тогда принимается волевое решение? Что ж, все эти внешние факторы играют свою роль в принятии решений, но никакие внешние факторы настолько сильные, что являются определяющими по отдельности или в совокупности, чтобы в итоге заставить человека в итоге принять какое-либо решение. Поэтому сторонники либертарной свободной воли говорят о том, что человек выбирает из равнозначных вариантов. Что ж, а сторонники частной суверенности спрашивают, а на основании чего? И часто дается такой ответ. На основании своей воли. Другими словами, человек просто выбирает, принимает решение. И дальше строится аргумент, а если этого не происходит, то имеет место детерминизм, а детерминизм не согласуется со свободной волей. Что ж, есть еще один философский аргумент, который я хотел бы упомянуть. Я хотел бы сначала его представить в общем виде, а затем более конкретно. И на этом мы закончим рассматривать аргументы в пользу модели проведения общей суверенности. И потом мы остановимся и позволим вам задать вопросы, которые у вас возникли относительно всего, о чем мы с вами говорили. Второй, более философский аргумент состоит в том, что детерминизм отменяет нравственную ответственность. Что ж, в этике есть такой принцип, который широко применяется в этой области, и по поводу него нет никаких разногласий. Человек не ответственен за свои поступки, нравственные поступки, если он совершает их не по своей воле. Можно перефразировать этот принцип следующим образом. Никого нельзя обвинить в том, что было совершено по принуждению, и человек не мог поступить иначе, или что человек не сделал то, что не мог сделать. Другими словами, человек не может нести нравственную ответственность, если он не обладает свободной волей. Вот вспомните ту иллюстрацию с банковским клерком, который я приводил вчера. Банковский служащий в ситуации, когда его жизни угрожает опасность, скорее всего, отдаст все деньги грабителям. Но теперь, так как банковский служащий был вынужден это сделать, то будет ли кто-либо обвинять его в воровстве? Что он ограбил банк? Нет, никто его в этом не обвинит. И не найдется судья, не найдется прокурор, который, согласно закону, сможет его обвинить в воровстве. Всем понятно, что несмотря на то, что служащий сделал что-то незаконное, тем не менее, он это сделал под угрозами, по принуждению, поэтому он не несет ответственность, как если бы он намеренно планировал ограбить банк и забрать деньги, и сделал все то, что сделал по свободной воле, без принуждения. Что ж, вы не можете нести нравственную ответственность, если ваши поступки не свободны. Но что же тогда это означает? Означает это следующее. На самом деле в этом мире имеет место либертарная свободная воля. И модель проведения общей суверенности должна быть верной. Почему? Да потому что единственная подлинная свобода — это либертарная свобода. Компатибилизм
называется свободой, но согласно этого подхода утверждается, что поступки обусловлены внешними факторами. А раз они обусловлены внешними факторами, то как человек может нести нравственную ответственность? И в то же время мы с вами понимаем, что делать людей ответственными за свои поступки — это не какая-то бессмыслица. Мы должны призывать людей отвечать за свои поступки. Но если люди несут нравственную ответственность, а Писание это подтверждает, то получается, что они делают то, что делают, по свободной воле, и подразумевается либертарная свободная воля. Что ж, есть некая вариация этого аргумента, о чем можно прочесть в трудах Питера Инвиджена. Позвольте мне написать его имя на доске. В книге «Нет подобного ему» я ссылаюсь на этот труд, цитирую этого автора, поэтому не буду углубляться, но тем не менее, мы посмотрим, как связывается детерминизм и нравственная ответственность. И этот аргумент получил название аргумента последствия. Что ж, согласно этому аргументу, если на самом деле имеет место детерминизм, то любой поступок, который когда-либо совершает человек, является следствием тех поступков и событий, которые были совершены до него. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но тогда это означает следующее. Если, к примеру, вы присутствуете здесь, а вы присутствуете здесь и пишете конспект, если детерминизм верен, а согласно детерминизму, состояние этого мира, вдобавок ко всем естественным и причинным законам, действующим в этом мире, гарантирует, что вы можете поступить только одним определенным образом, и это детерминизм. И это применимо к каждому поступку, совершенному в истории. И тогда должна существовать связь вашего присутствия сегодня в этом классе и записывания конспектов с теми событиями, которые произошли, скажем, 100 лет назад. Скажем, если бы ваш дедушка был другим человеком, то ваш отец бы был бы также другим человеком. Или если бы ваш дедушка женился на другой девушке, то ваш папа был бы другим человеком. А если бы он не был тем человеком, кем он был, или если бы он, в свою очередь, женился на другой девушке, а не на вашей маме, то вы бы не родились. А если бы вы не родились, то вы бы и не выросли, и не получали бы образования, не приняли бы Христа, не решили бы нести служение, и не бы пошли учиться в семинарию Тринити, и не присутствовали бы здесь. Если, конечно, детерминизм верен. Но если вы начнете задумываться об этом, то вы увидите, что здесь утверждается следующее. Если детерминизм верен, то все наши поступки — это лишь последствия того, что произошло сотни лет тому назад.
еще до того, как мы родились. Но если задуматься об этом, неужели это можно все принимать всерьез? Неужели на самом деле так, что ваш факт присутствия в этом классе, то, что вы записываете конспекты, причина всего этого в вашем дедушке, то, что он женился на определенной девушке, что ваш дедушка вместе с бабушкой решили завести определенное количество детей, если бы кто-то спросил вас, а почему вы присутствуете сегодня здесь в классе? Кто-нибудь из вас начал излагать причину, начав события столетней давности, начав с корней, если можно так сказать? Нет, конечно, нет. И более того, проблема в том, что говорит этот человек, раз мои поступки являются следствием тех событий, которые произошли сотни лет тому назад, то я могу делать все, что мне заблагорассудится, и не быть виноватым. Почему? Потому что мои поступки всего лишь следствие тех поступков, которые совершил не я, тех событий, которые произошли сотни лет тому назад. А я, очевидно, не могу изменить прошлого. Поэтому как я могу быть ответственен за свои поступки? Но разве здравый смысл не говорит нам, что, конечно, я ответственен? Все мы ответственны за то, что мы делаем. И, конечно, мы не вправе выкручиваться, говорить, что «ну, это общество, в котором мы живем, оно заставило меня поступить так или иначе». Или это события, произошедшие 100 лет назад, они сформировали будущее таким образом, что я в итоге поступил так, как я поступил. Кто-нибудь всерьез отнесся бы к таким оправданиям? Кто-нибудь сказал в ответ на это: «Ну что ж, конечно, ты прав. Нам не следует считать тебя виновным за то, что ты совершил». Нет. Если бы все так, то никто бы не был приговорен никакому наказанию, не было бы заключенных. Для них бы жизнь была намного проще. Можно было бы просто разрушить все тюрьмы. Конечно, были бы проблемы, потому что преступники бы совершали преступления, живя в обществе. Но если все, что они делают, это лишь следствие того, что произошло раньше, они не могут контролировать и ничего изменить, но нужно относиться к ним с терпимостью. Понятно, что все это ведет к бессмыслице. И проблема как раз в этом понимании детерминизма. Если поступки действительно обусловлены внешними факторами, то тогда люди, совершившие эти поступки, не могут быть нравственно ответственны. Но мы понимаем, что никакой суд не оправдает преступника на основании тех аргументов, которые мы с вами привели. И причина в том, что мы нравственно ответственны за свои поступки, потому что мы контролируем то, как мы поступаем, а не другие факторы, не другие люди, не другие события, не что-то извне. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.